В здании районной администрации Сергею Орленко вручили удостоверение депутата Законодательного собрания Краснодарского края. Члены избирательной комиссии единогласным решением зарегистрировали его избранным парламентарием 7-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 38. Жители нашего района снова выказали доверие депутату за многолетнюю помощь, оказанную им в разных сферах жизни муниципалитета. Хотелось бы поблагодарить жителей Северского района за то, что доверили мне свои голоса, проголосовали за меня, проголосовали за будущее Кубани. Поздравляю вас с 85-летием нашей любимой Кубани, с праздником!